Там он делал боярышник, и ней было небо мглисто. Не вышел ростом, и портфель потерт, и шел цветной французский Монте-Кристо в кинотеатре «Спорт». Две серии. Пойдем, и я смеясь, еще бы, троллейбус, парк, сестра, сестру, берем, берем. Граненые кирпичные трущобы за Новодевичьим монастырем. Дождь моросил во время перерыва. Был перерыв. Такие времена, что зрителям хотелось кружку пива, а может быть стакан вина, не помню. Облако, похожее на плаху. Стрельцы мои, стрельцы, услышь и позови. А я еще не знал ни мятежа, ни страха, ни смерти, ни любви. Фойе, колонны, очередь в буфете, в монастыре колокола звонят. Курящие отцы приобретают детям шипящий лимонад. А дети радостны, а дети некапризны и верят, что за монастырской стеной льют облака сутулый свет отчизны на город крепостной. Еще с ухмылкой их спросит жизнь, легко вам и превратиться в прах. А взглянешь из окна за стиранным бельем на Верве Пеньковом полощется она. Наверное, и впрямь умрем без оговорок. Снег выпадет, и санки заскользят. И все равно уже, любимые, что 40, что 200 лет назад. Спасибо.